алгоритмы группы связок действуют наверняка. Вкус созвучий пряных вязок, терпкий сахар наждака. Вкус нектара, вкус махорки в кратком имени твоем закрывают губы створки, натолкнувшись на объем. Зародившись в недрах чрева, бьется о язык валун, и обратность водопада превращается в тайфун. Льется имя горьким медом, каплет каплей с языка. Злая память с губ и связок бьет, как штык. Наверняка. Второе стихотворение называется «Снова дома». Родина встретит влажной прохладой низины, спокойного сердца средь жаркого тела равнин, где без печали лучи заходящего солнца плутают тропинами веток досужих рябин. Родина руку подаст неизменную улицу детства, от лесопарка до почты вселенный предел. В землю пути загляну, надеясь увидеть там след свой, взглядом пронзив многих ног многогодый ее передел. Родина встретит меня изменившимся к худшему другом. Странно, в сознании он остается таким же, как был. Пусть хоть и бес посмотрел бы из черт этих смуглых, тут же под прошлого гнетом бы я позабыл. Родина нежно обнимет, совсем как когда-то, синими бедрами гибкой знакомой озерной воды. И окончанием пути станет та же все старая хата, средь этой глаз заласкавшей лесов и полей череды. Родина спросит: «Ты знаешь?» Ответит та: «Знаю». «Веришь?» Ты спросишь. И: «Верю!» Услышу в ответ. Пламя покоя под ночью тенями играет. Призрак покоя, поскольку спокойствия нет. Спасибо.